Мы подходим к водопаду. А кофе? А мы сейчас тут кофе посмотрим. Вода. Вообще так красиво, правда же? Такая площадка ровненькая. Речка. Кофе варим, но не продаем. Да? А почему? А плохо. В зернах как? Мы же не в зернах продаем, а мы их варим. Ну понятно, вы кормите, поите. Да, поим, кормим. А где зерна продают? В магазине. В обычном продуктовом? Да, да. Конечно. Да? А это что такое? Это чурчхела. Не пробовали? А что это такое? Ну это орешки в сиропе. Ну орешки нам не подходят. Я поняла. Я поняла. Лимончики очень вкусные. Лимончики, да. У девочки один остался шикарный. Мягкая, вкусная, королёк. Смотрите. Угу. Да, очень вкусная, мягкая. А ну почем? 250. Шикарная. Вот так вот потрогайте, вообще бесподобие. Могу пробовать дать вам. Палец поднял. Мягкая, мягкая, вкусная, мягкая. Девочка, шикарная. Один остался. И хватёрто сад. Опять солнышко пробивается, пробивается. Лучи. Так. Не пахнут. Нет, не пахнут, да? Это они всю зиму будут расти и цвести. Я не знаю, как этот цветок называется. Пахнут? Ну, тонкий аромат очень. Еле уловимый. А мы идем к водопаду. Одна из самых главных достопримечательностей Нового Афона. Какой он мощный. Это же все вот ручейки сбегаются с горы. И все сюда, в водохранилище, и потом вниз спускаются. Мы с Михалычем, кстати, один раз были в этом музее. Никого нету. Мы зашли, все посмотрели, экспонаты все прочитали, все. Никто с нас денег не взял, мы так и не поняли. Где-то, видимо, ушла, открытая оставила. И нигде ни цены не было, написано ничего. Вот ручейки, видите, как везде спускаются. Смотрите, как укрепили стену, сделали смотровую площадку. И вот так стекает водичка. Летом тут очень прохладненько. Хотя здесь солнечное место. Смотрите, красота какая. Так, Раиса Ивановна у нас села отдохнуть. Все, пойдемте дальше. Обойдем это озеро. Посмотри, вот. Прямо видно, что это камни. Да, да. Это камни все. А вода, смотрите, какой цвет. Лазурь. Написано, ловить рыбу запрещено. Ну не вижу. Где-то прячется. Тут всегда вот так сыро, потому что вот так капает со стен, везде слезки, водичка капает, капает. Это же надо вот это же в горе, это все вы сделали. Да, и да. Водопад, прям, как видно, цвет какой синий. В прошлый раз мы были, не такая вода была красивая. Такая прохлада тут. Вот он, творение рук человеческих.
Посмотрите, водоросли какие. Какой мощный ручей с горы бежит. Вот его тоже, видите, забетонировали в трубу. С самого верха ручей бежит. И станция, смотрите, какая красота. И Раиса Ивановна гуляет. Вот мы сегодня на поезде ехали, из того тоннеля выехали. И вот в этот заехали. Ну что, по сюда, что ли? Да. Я же вам еще станцию вот эту показывала из окна. А, было, да. Да. Она уже не действующая, эта станция. Жалко. А так бы мы здесь вышли, и все, и мы на месте. В центре Афона. Не, я не хочу. Нет. Татьяна тоже ела, ела мандаринки. А я как-то, ну, мандаринка, мандаринка. Надо покупать, я это надо уничтожать, ты не будешь есть мандаринки. Будем есть, а здесь надо было больше брать, кушай. Да, а я вам даю. Не, я здесь на улице не буду. Надо тебе было еще больше. Чтобы... Не надо. Зачем мне больше брать? Ты как Вася такой, он любит навяливать. Смотрите, речка, цвет какой, как слеза. А у нас Иртыш в верховьях, вот в Монголию едем, похожие. Угу. Только можно ловить хариузы. А здесь нельзя. Да, можно. У нас даже есть, где ловим. Вася ловит, а я лежу, отдыхаю. Подстелила одеяло. Вот, мы пошли в сторону кельи Симона Канонита, но наверх мы подниматься не будем, понятно, да? Раиса Ивановна и Надежда Николаевна не смогут подняться туда. Поэтому мы идем просто по дорожке, так вдоль реки, через мостик, по красивым местам. Дорожка, конечно, не тяжело по ней идти, если у кого суставы больные. Надя снимает на видео, своим деткам отправляет. Еще расскажу, да. Летом тут так хорошо. Отсюда вообще уходить не хочется. Воздух такой, знаете, насыщенный. Кажется, что капельки взвеси воды прям висят в воздухе. Такое тут место просто шикарное. Где, на Усть-Илиме? Да, я в стройотряде была. Где? Еще дальше, чем ГЭС Усть-Илимская. Угу. Она еще строена. И вот у нас, я вот в таком потоке кастрюлю мыла. Вы плыли кастрюли? На 67 лет. Здесь погулять удовольствие стоит 200 рублей. А для детей, по-моему, 100 рублей. Или 50, не помню. Посмотрите, какая пальма большая. Туалет прикрыли. Вода, конечно, тут и зимой, и летом ледяная. А потом мы смотрим на море и удивляемся, какого она голубого цвета.
Так, конечно, такие речки впадают в него. Изумрудные. Бирюзовые. Так, а это платан, наверное. Или не платан. Не знаю. Высокий-высокий. Мох. Такая скала. Знаете, тут смесь травы зеленой, речки запах и сухих листьев. Чудесный коктейль. Люди гуляют. Я не знаю, как фото передает или нет, но здесь очень-очень такой контрастный воздух. Вот прозрачный-прозрачный, ни пылинки нету. Все, мы уже идем обратно. Вверх не пойдем. Ну да, черепаха. А, не, живые черепахи спят уже. Это искусственная черепашка. Так, ожидаем дефиле. Опять Надя. Вот вам будет память об Абхазии. Ой, как хорошо-то. Да, она говорит, большая будет. Нет, нисколько. Трая, смотрите, отлично вообще. Нормально, да. Вообще ваш размер, да, да, и да. Цвет тоже. Да, мне вот цвет понравился. Хороший-хороший цвет. Да, мне цвет понравился. Угу. Поменьше размером тоже не надо. Не надо. И вот это нас украшает, очень красиво. Ой, я рада за вас, тетя Надь. Цвет красивый. Отлично. Так, теперь Раиса Ивановна хочет прибарахлиться. Так, мне сколько? 6? У меня там или сколько сейчас? А, вы наберем мы. У меня тоже деньги есть. Да я хотела вот еще без рукава, она, видишь, теплая у нас же нету. Пошла жара, да? Правильно. Гулять так гулять. Не зря же я ничего не могу достать. А? Ты щеночков покажешь? Ой, кормяша, мамка. А сама, наверное, не подпустит их. Горячие пирожки, хачапуры. Чай, кофе с собой. Ой, так они где-то там под крыльцом у нее. Ой, ой, ой. Где твои щенки, а? Где твои ребятки? Она их спрятала. Спрятала, спрятала, да. Там такие лопушки хорошие. Нет, спрятались. Так, ну что, на тротуар идем, да? Не будем нарушать. Шестое декабря. Цветы цветут. Вот опять увидели эти ромашки. С Татьяной мы не могли понять, что это за ромашки. Угу. Вообще вот снаружи смотрится, как будто это сентябринки, да, так издалека. Ну, потому что сейчас других не должно быть цветов, по идее. Но это ромашка какая-то. Так, эти как я забыла? Ой, эти, сейчас. Крутится, эхинацея. Эхинацея, да. Бывает пурпурная, бывает желтая еще какая-то, бывает белая такая. Шли-шли и увидели дерево с лимонами. Тетя Надя не увидела, да? Вот прям через, сквозь забор, смотрите. Очки под балконом. Только ниже, смотрите, вот оно. Вот они, вот лимончики. Мы зашли в столовую со слониками. Смотрите, сколько их. И
Вообще хотели супа, но еще взяли по второму все. Порции очень большие. Я дома столько не ем. Вышло на 520 рублей. Это у меня куриный суп, лапша и гречка с курицей. И чай. Тут в Абхазии везде вот так. Кошки, собачки. Вот они сидят спокойно под столом. Ой, ой, даже легла. Лапушка такая. И она не отбирает у кошки, да? Воспитанная девочка. Натрескались, как бобики. Столовая Акрфарта. Акрфарта. Новая столовая. Очень вкусно и жарко даже стало, да? От инфаркта. Акрфарта. Мы идем теперь вот к лебедям. Пойдемте. И все, у нас сегодня план максимум выполнен. Я бы, конечно, еще куда-нибудь сгоняла, но не буду. Учитывая, что я сегодня не спала всю ночь, надеюсь, что усну. Палец вроде чуть-чуть поменьше стал болеть. Все равно дергает, как будто зуб болит. И дергает не только палец, руку, плечо, локоть и левую часть головы. Танюшка, помнишь, мы с тобой на гору ходили? Вон она, крепость. Она Копейская. Птички поют. Ути, 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 ути. Бежит, бежит. Не успеешь. Бежит. Они совсем ручные тут. Она увидела и бегом. Угу, угу. Я не знаю, что в этом домике, но смотрите, как он красиво брос лианами. Да? Тихо, тут так хорошо. В Краснодаре вот такие деревья, только они не деревья растут, а как кусты. А здесь прям целые деревья. Я не знаю, это съедобно или нет, но я не пробую. Такое. Но красиво смотрится. Кошечка. По-моему, мышку ест. Да. Ой, это даже не мышка. Нет, это крыса огромная. Ой. Да. Ой. Ой. Молодец. Где же она ее так отловила? Такой замечательный парк. Ну, тепло, вот тепло. Мы уезжали, у нас ледяной ветер был, и было минус один вечером. Приехали в Краснодар, ну, что там, час ехали, даже 40 минут, да, на электричке. В Краснодаре плюс один, то есть Краснодар южнее, чем Мышастовка. И получилось, что теплее. Раиса Ивановна удивлена была, я говорю, конечно. А сюда приехали, утром было в 5 утра 11 градусов. Я не знаю, сколько днем, 14, наверное, все. Вот все здесь так по-простому и так мило. Ой, собака, смотрите, какая красивая. Рыжурка. Дерево осыпает хвою. Смотрите, сколько ее тут. Мы как-то поехали по грибы. И зашли в лесок, и там столько хвои. Давай искать в машине, есть мешки, нет, собирали хвою. Ну, вот Раиса Ивановна предлагает сейчас собрать хвою и увезти ее домой. Ага, смотрите, кто это летит? Это цапля, самая настоящая. Полетела. А пахнет как, да?
Ой, вообще красота. Ягоду будет прыть, да? И трава бы не росла. Ну что, вместо мандаринов повезем? Да. Затаримся. Можно баул купить. Собакин, мы все съели. Мы ничего не могли вынести со столовой. Мы не можем выносить, не можем. Да. Хозяева столовой выгнали собаку. Ну, между прочим, слышно, со столовой кричали кошку. Вот, видимо, Надина это. Кыса, 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 глухонемая, пошла в другую сторону. Вон эта печная дверь. Вон еще цапля. Ой, это журавль, что ли? Журавль стоит. Нет, это цапля. А пойдем, вон там еще целый зоопарк. Там зоопарк, да. Это цапля. Маленькие уточки. Нет, или журавль. Цапля, цапля, цапля. И опять, смотрите, кто это? Нет, журавль. Как часто мы их видим, да? Ой, 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 ой. А вот и лебедь плавает, черный. Ой, то он еще и разговаривает. Йо. Вот он прилетел. Ну кто это? Цапля все-таки? Или на журавля похож? Оп, собачка, ты ее пугаешь. Ты бы нам сказала, кто это? Вот, вот. В Зеленограде во дворах вот такие водоемы, и там черный лебедь. А он, смотрите, белый, крыльями машет. Огромный. Только не трогай. Лебедь, по-моему, или кто ли? Лебедь, лебедь тут, наверное. Черный. Но. А вон белый, смотрите, самец. Лебедь, вон он. Но. Ну, у нас-то страусов видели в деревне? Видела, вы же меня показывали. А, я же показывала. Я всех же водит. Какие лапы у них, да? Не, ноги. Мощные. Да. Привет. Мы когда дачу взяли, я книжку даже читала про страуса. Но потом поняла, что им нужны гектары бегать. Иначе да. Ноги ломают. Давай покричим. Цесарочка. Где-то вылезла. Ой, ой, ой. Засуетилась. Какие у нее перышки красивые, да? Вы знаете, часто-часто во сне я вижу, как я гуляю здесь, вот на этих прудах. Это даже, наверное, не во сне, а просто даже глаза закрыла и представила, что я опять здесь. Так мне нравится это место. Тихо, спокойно. Вот ничего тут такого особенного, и тем не менее тут так мило. Так приятно гулять. И лебеди какие. Бедная цесарка, где она вылезла? Гуси, гуси. Га-га-га. Я ищу, где она вылезла. И тут лебеди кучкуются. Ой, крыса, смотрите, большая какая, живая. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, они ее зам... Фу! Не ешь ты ее, травленные. Какая она огромная, только что кошка ее жрала, а теперь мышка... Ой, теперь собаки ее грызут. А она уже понимает, что все, ей хана. Ой-ой, фу! Лучше на лебедей смотреть, правда же? Вот как мощный. Мальчик, наверное. Да? Вот смотрите, как она под водой. Вот это платан. Я не знаю, сколько он. Надя, встань, чтобы... Давайте, вставайте, тетя Надя. Не, камера не передает. И вот смотрим вверх. Посмотрите, какие ветки мощные. Толстые. Я не знаю, в обхвате там метрами. А тут-то! По ним ходить можно. Да.
Вот это да. Так, мы сегодня лодочки не едим, потому что мы сытые очень даже. Ну что, смотрим, поздороваемся хоть. Вот уже, вот оно, вот оно. Вообще-то мы уже домой шли. Ну надо. Раз тут пешеходный переход. А то как так, приехали и на море не пришли. 5 вод. Да, ой, какие си... Ух ты!